Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы с вами будем готовить очень потрясающее блюдо, которое будет состоять из прозрачных спагетти, рыбы и очень вкусного соуса. Этот ужин готовится быстро, а блюдо – такое ощущение, что мы с вами побывали в ресторане. Это будет шикарный ужин за 30 минут. Итак, давайте приступать. Кипящую воду кладем рыбное филе. Когда закипит, газ уменьшаем на средний и варим минут 20 до готовности. В кипящую воду кладем прозрачную пасту, спагетти и варим до готовности около 10 минут непрерывно, время от времени помешивая. В небольшом количестве масла оливкового обжариваем мелко нарезанный лук около минуты, две, чтобы он был полупрозрачный, такой слегка желтоватого цвета. К луку добавляем измельченный мелко чеснок, перемешиваем и постоянно помешивая, обжаривая минуту и убираем с огня. Ставим сотейник на огонь, наливаем 2 столовые ложки соевого соуса, апельсиновый сок, и добавляем сливки. Две столовые ложки. Хорошо перемешиваем и ждем, пока закипит. Когда соус закипел, наш добавляем заранее наш предыдущий обжаренный чеснок с луком и маслом. Перемешиваем. Добавляем по вкусу специи, соль, какие вы хотите. Я использую черный перец молотый, чесночную соль, соль обычную и имбирь молотый. Хорошенько перемешиваем, чтобы растворились наши специи. На медленном огне пусть соус кипит, помешивая, варим еще минуту. Когда соус готов, добавляем 1 столовую ложку кунжутного семени и измельченную петрушку, зеленый лук и базил. Все, отставляем в сторону для дальнейшего использования. Когда спагетти уже готовы, можно посолить. Полуготовую посолим по вкусу. Размешаем и варим до готовности. В соответствии с упаковкой на спагетти написано, сколько варить. Затем сливаем воду и будем сервировать. Наша прозрачная паста спагетти готова. Выкладываем ее на блюдо. Заливаем соусом. Берем 2 вилочки и вот так вот хорошо перемешиваем, чтобы соус обволок спагетти, пропитал спагетти. Дальше выкладываем маленькими кусочками наше отварное куриное, простите, рыбное филе. Поливаем сверху соком лимона. Еще раз семенами посыпаем. Черный молотый перец. Поливаем сверху соусом рыбу. И посыпаем зеленью. Вот так вот быстро, за 30 минут, мы с вами приготовили шикарный ужин. Прозрачные спагетти с отварным рыбным филе и потрясающим соусом. Это такой шикарный ужин, очень быстрый, который вы можете приготовить. И к тому же
очень полезный. Советую всем попробовать, все останетесь довольны. Приятного вам аппетита, до скорых встреч, пока-пока!